Не успевает, и в доме чистота, и доброжелательный человек, светлый, светлый человек. Подруги много рассказали об Александре Николаевне. Они признаются, Шурочка всегда была активной, ответственной. Севастополя. Турнир, приуроченный к Международному женскому дню, 8 марта. Не поместятся в сотни домов. Я ищу тебя в тысячу знов. Альянс напомню. Звание полковник, ордена и медали, и уже собирался домой. Однако судьба приготовила ему новый сюрприз. За несколько часов до вылета Волков получил пулю в лоб. Ездили, попросите одного-двух своих друзей, выберите площадочку побольше, оденьте защиту, шлема и поучитесь на нем ездить. Потому что мотобайк, это вот эта табуретка на колесах, это самое опасное средство здесь. И каждый год, к сожалению... пакеты документов для участия в конкурсе. Конкурс проводится в период с 27.02.17 по 01.08.2017 года. Много работы. Понимаю. Лейтенантесс, это твоя. С мозгами. Что я могу для вас сделать, принцесса? А что вы можете для меня сделать? Могу спеть, могу станцевать. Вы умеете? Нет, но я готов. Тополю объявили благодарность. Полицейскому, патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району в морозное утро пришлось выполнять миссию, которая спасла жизнь девушки.